Всем привет! Сделали грунтозацепы на мотоблок своими руками. Их можно и купить в магазине, но качество оставляет желать лучшего. Они дорогие, очень легкие и сделаны, в отличие от наших, из тонкого материала. В общем, не то. Мы же несколько раз съездили на металлоприемку и подобрали все, что нужно. Из куска трубы диаметром 380 мм нарезали 6 колец шириной 20 мм. По 3 кольца на каждый грунтозацеп. В середине кольца вварили диски, вырезанные из металла толщиной 10 мм. К этим дискам с одной стороны крепятся утяжелители, а с другой стороны шестигранники под редуктор мотоблока. Из полосы шириной 35 мм и толщиной 5 мм нарезали пластины и согнули их под углом 120 градусов. На каждое колесо получилось по 16 пластин. Утяжелителями служат фланцы диаметром 300 мм и толщиной 30 мм. На ровной поверхности выставили 3 кольца и прихватили в нескольких местах сваркой временные полоски металла, так чтобы их можно было после срезать болгаркой. Разметили одинаковое расстояние по кругу колец и приварили изогнутые ребра. Как я уже говорил, получилось по 16 ребер на одном грунтозацепе. Расстояние между ребер 80 мм. Ширина колеса 150 мм. Вес одного грунтозацепа 28 кг. Грунтозацепы отлично работают по сухой земле. Если рассчитывать на влажную почву, то нужно расстояние между ребер делать больше, чтобы не было залипания. У нас есть еще одна пара грунтозацепов диаметром 620 мм. Применяются для окучивания уже больших кустов картошки. Но они подходят к мотоблокам только с пониженной коробкой передач, так как с увеличением диаметра колес увеличивается скорость. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.